Вроде удар сдалек. Нет, пошел навес в выконании Зила. На ближний угол вратарской. Подходит до розыгрыша. Это к стандарту. Прямой удар. И Нойер помыляется. Мануэль Нойер помылился. Ну и еще раз. Сольшин крюку просто не пошанцевало форварду Тоттенхэма. Так, сутыкнение было с Нойером. Але, мне кажется, там в большей ступени спужался голкипер мюнхенской Бавары. Знову матч. Мяч уйом. Йон робит подальше у центра. Штрафной удар. И знову Сон. И знову промахивается. Хектор мяч подхопил. Вернер. Вот как раз вмешается знову на левый край. Робит прострел. У вратарскую. Если... Мают те же теоретичные шансы. У нас атака сборной Германии уже прогучала свисток. Важным фактором, важной зброей у сборной Германии. Гол вельми потребный. Перевод направо. Мяч у штрафной площади. Вернер. Рудар с рикошетом. Бундестим. Да и контратакует небеспечно. Як зараз. Сон. Удар. Ну, зрешто малю все правильно зробил. Корейцы все же убили более небеспечно. Атака команды Германии. И Гиммих подачу штрафную. Ухо. Вот это сейв. Выконание Хён Учо. Браво. Удар Горецкий, причем удар явно на докладность, как просто житё доскладнить по максимуму, ускладнить голкиперу, так оно и было. Вот как раз каким-то юный основной был голкипер, провели значно больше. Подальше у штрафную, Вернер, мимо! Эзил! Подача Мисута, мяч у штрафной, будет удар по воротах, так и есть, с рикошетом мимо. И здорово тут, до речи, Динишев Чо, и он так суцельно прикрыл ближний угол. И одразу так, ну, видать, по всем зрозумел, что мяч пойдет мимо, так что гулю не уступал. Вернер бил небеспешно, на самом речь. Вернер, чекая передачи, Кимих на вешу штрафную! Удар по воротах Гомеса, вот про что мы и вам и казали. Ройс. Кимих, прострел и вынос! И ось примается Эзил. Еще на левый край удар сдалек мимо. На нашем телеканале. Сон! Ну, как след, не удалось пробиться. Лежан и гол! Гол! Шеров, Сочин. Пропуская мяч Зюле. Ну, у момент передачи тут однозначно не скажешь. Там Буйон, арбитр Соединенных Штатов. Все, 1-0. Тут все ясно. Бездокорно денежи. Стиплый голкипер Тегу, стиплый же команды, який повстал на мяжи. Вольные ворота, удар сдалек. И это будет Махчима, самый далекий гол. Не. Сон! Это сон! Просто кошмар! Для сборной Германии. И то и отрымалось у товарищеской сустречи у Бусане 19 снежня 3-1. Тады, до речи, шкадуры, який организовал третий гол ворот, и немцы зараз уваходят у тренерский штаб сборной Паудневой Кореи. Шо? И таким чином сборная Германии сканчивает свое выступление уже на групповом этапе. Нечаканная, сенсационная перемога корейцев 2-0. С уликом выигрышу сборной Швеции над Мексикой 3-0 мы можем помахать ручкой Бундестим. А наш чемпионат света протягивается. Этот матч мы запомним назавсёды. Дякую вам за увагу. Ваш комментатор Павел Барана. Уся наша команда на этом с вами развитывается. До встречи на Мундиале.